Алексу. Два футболиста. Обшивац. Игра низом — это не совсем его. Вот если бы подали верхом игроки Атырау, то он вполне смог бы замкнуть подачу. Атака Кордобаса сейчас. Контратаку провел. Удар по воротам. И счет становится 1-0 на 68-й минуте встречи. Там Мардан Тулебек все сделал за своих партнеров по команде. И поздравляет шымкентцы друг друга. Там Атырау угловой разыгрывал. Как результат, отбились шымкентцы. И быструю контратаку провели. А гол забил, кстати, Еркебулан Тундушбаев, парень, который несколько раз, неоднократно угрожал владением Жасуром Нарзиколова. Несколько моментов запорол, зато смог добиться своего. Все-таки, похоже, Мардан Тулебек именно делал передачу в этой ситуации. И первым у мяча оказался Тундушбаев. Там и пытался пробить Александр Сипчевич. Именно 21 номер Ордабасе оказался удачливее. И, кстати, Резван Аблетаров пытался выбить.